Курс на сельскую олимпиаду. В четверг в Красноярске стартуют 6-е всероссийские зимние сельские спортивные игры, в которых принимает участие сборная «Мариэл». На днях в Ледовом дворце «Мариэл» прошли проводы наших спортсменов. В соревнованиях этих спортсменов, не смотри, что они сельские, все по-взрослому. Во-первых, это уровень их проведения. Так, на региональных состязаниях атлеты соревновались на тех же спортивных объектах, где сильнейших определяют спортсмены-профессионалы. Во-вторых, в преддверии всероссийского старта прошли отборочные местные сельские игры. Таким образом, можно констатировать, что на главную сельскую олимпиаду поедут самые-самые. Флаг Республики Мариэл. Ну и, конечно, обязательная составляющая сельских олимпиад – проводы спортсменов. По традиции провожали команду в Ледовом дворце «Мариэл». Всего в составе сборной 28 человек. В каждом виде спорта – представители определенного района. Так, медведевцы будут соревноваться в шахматах и шашках, представители Волжского и Советского районов представят республику в состязаниях спортивных семей, атлеты из морков поборются за медали в гиревом спорте, в лыжных гонках и спортивном ориентировании мастерством блеснут спортсмены Сернурского района. Все хорошо участвовали в республиканской сельской играх, участвовали. В каждом году нормально участвуют. И по численности населения в России да, занимают первые места. Каждый год. Вот в 2011 году занимали, в 2012 году первое место занимали. И, надеюсь, в 2013 году тоже займем первое место. Надеюсь, что доверие республике оправдаем, победим, приедем с победой. В программу сельских игр входят следующие дисциплины. Лыжные гонки, палеотлон, спортивное ориентирование, шашки, шахматы, гиревой спорт. Также в программе соревнования дояров, механизаторов и состязания спортивных семей. В этом году, собственно, как и раньше, наша сборная будет бороться в так называемой пятой группе. То есть среди регионов с численностью сельского населения не менее 350 тысяч человек. Таких регионов, кстати, 17. Напомню, что на прошлых играх «Мариэл» стала первой в своей группе. В общем зачете наша сборная заняла 14 место из 45 команд-участниц. Как сложится на этот раз, узнаем очень скоро. Завершится сельская олимпиада 4 марта.